Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить игру Warrior 43 Ultimate, и у нас на очереди редукс битвы Пейтон Гейт. В этой битве мы должны попытаться спасти Дао Чань и настучать по мордасам Неджа. Как мы помним, мы в прошлой серии сделали короткий путем соединение кораблей, такой импровизированный мостик через залив получился у нас из кораблей. Теперь мы можем быстро добраться до того места, где, собственно, материализовался Неджа, и навалять ему по щам. О чем нам, в общем-то, сын Джао сейчас и втолковывает, что настало время изменить наше прошлое и спасти Дао Чань. Но нам нужны воины. Мы же не можем действительно позволить, чтобы красивые телочки помирали. Тем более Дао Чань, она известная танцовщица. Как бы. Или танцовщица, кому как угодно. Короче, она может там поднять боевой дух нашей армии своими танцами, так что в хозяйстве пригодится. Но она не только по танцам специалистка-то, если вы, конечно, понимаете, о чем я, но не думаю, что она будет обслуживать всю армию. Ну, как раз таки у нас тут разговор между Неджей и Люйбу. Люйбу, блин, Неджи говорит, ты у меня на пути, и начал его атаковать. Собственно, Люйбу не ожидал такого напора. Говорит, Дао Чань, беги, я не справлюсь. Собственно, Неджи действительно его порешил. Ну, Люйбу, конечно, выжил. Мы его еще увидим. Но Люйбу вынужден был сбежать с поля боя. А нам теперь наша задача не допустить, чтобы Неджи убил Дао Чань. Самая главная наша задача. Дао Чань у нас, он бежит по уже по мостику из кораблей. Он внизу желтый кружочек движется. Соответственно, мы должны идти ей на помощь очень шустро. Потому что Сыма Джао не сможет долго сдерживать Неджу. Если Неджа пойдет атаковать. Я на самом деле несколько раз именно проиграл этот редукс. Именно потому, что не понял, что надо изо всех сил с максимально возможной скоростью бежать на помощь Сыме Джао и дубасить Неджу. Это главная задача. Я, как и в прошлой серии, начал зачищать их, как это сказать, гарнизоны в центре карты. И да, учение у нас погибало. У меня, вернее. Но теперь-то я знаю, что надо делать. Поэтому бегу сразу же навстречу с этим сраным Неджи. Ща мы ему настучим. Ох, сейчас ты у нас получишь, летун проклятый, блин. Я так все время ленюсь, может кто в комментариях напишет, все время ленюсь узнать, из какого аниме этот самый Неджа. Он же вроде как из какого-то, или из игры из какой-то, или из анимешки какой-то. Может реально кто напишет, а то мне лень. Самому-то гуглить. Ну во, мы приперлись. Так, тут у нас Сыма Джао против Неджи. Сейчас поможем
Да, поможем, поможем. Ну и здесь он слабенький. Неджи-то я имею. У него есть интересная обилка, когда он в связке с Сунь-Вуконом. Уконом, вернее. Ну, Уконом, я уж как привык, так называю. Вот. Когда он в связке с Сунь-Вуконом, у него бессмертие, блин. Ему вообще вред нанести невозможно. Сунь-Вукон его подлечивает. Ну, здесь Сунь-Вукона нет. Собственно, Неджи проиграл. Мы остановили. И тут Дао Чэнь нас благодарит. Спасибо, говорит. Что вы меня спасли. Да не за что, Кисуль. Так, тут Сао. Ну, тут, в принципе, уже разговоры повторяются, так что кому... То есть, тут у нас ведь Цао Пи стоит, Сыма И стоит. Мы, собственно, к ним и идем. Сыма Ши, кстати, по-моему, тоже где-то здесь. И он тоже на стороне врагов, по-моему, должен быть тут. И прибыл друган с именем Сюзанна. Она, эта самая Сюзанна, приперся, чтобы схватить Дадзи. Ибо у него к нему вопросы. В смысле, у кого к кому? У него к ней вопросы. Сюзанна прибыла. Нам нужно шустро решать проблему с Цао Пи и Сымой И, потому что Сюзанна драться бесполезняк. Он слишком сильный для нас. Как раз таки Дадзи уже забеспокоился. Говорит, уберите его от меня. Я его боюсь, а. Как раз как бы и говорит, мы должны завершить эту битву любой ценой и как можно быстрее. Так что нападайте как бы сразу на Цао Пи, Сыму И и прочих. То есть с ними. Так, тут Кейдзи Маеда пришел. Испытать себя против Сюзанны. Но наша задача только очень-очень-очень шустро всех убить. Тут еще Сыма Фу какой-то. В общем, короче, все тут против нас. И у нас только Цао Пи остался один-одинешенек. Там еще нам Дао Чэнь помогает. Молодец. Да, вот как раз Сыма Ши проиграл. Кагуя сражается с Сусано. Говорит, господин Сусано, не надо это делать. Сусано говорит, а ты, говорит, посторонись, иначе я сделаю тебе больно. Без сопливых, говорит, разберемся. Что мне делать, а что мне не делать.
Давай, давай, быстрее надо цаупи гасить. Гасить цаупи. Так, дадзи в трабле. Ну все, нормально. Разобрались. Еще бы чуть-чуть, и дадзи бы у нас отъехала. Против Сюсанны даже она ничего сделать не может. Хорошая игра работа. Теперь вы тоже враги человечества. И тут опять этот ролик. Дадзи прячет чего-то там. Лечь, Дадзи. А что вы тут делаете? Приданное, говорит, прячу. Наркотики, водку. Ядерное оружие. А ну ладно, говорит, не буду вам мешать. Иди, 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 иди. А что это у нее там в ящичке? Скоро узнаем. Ну, не так скоро, но узнаем. Ну и тут Дао Чань нас благодарит за спасение и клянется служить нам верой и правдой. Причем хочет участвовать в битвах, потому что, говорит, я, говорит, верю, что если мы будем участвовать в битвах, если я буду участвовать в битвах, то когда-нибудь повстречаю господина Люйбу на поле битвы-то. Потому что там, где битва, там он. Ну что ж, может быть, может быть. Мы на этом завершаем эту серию. Всем спасибо за просмотр, всем пока.